Евросоюзу необходимо продолжать конструктивный диалог с Грецией. Таким, в общих чертах, был смысл трехчасового разговора президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель. Беседа состоялась в ресторане во французском Страсбурге, куда лидеров двух стран пригласил председатель Европарламента, социал-демократ Мартин Шульц. Ранее на переговорах в Афинах новое правительство Греции отказалось сотрудничать с тройкой международных кредиторов, которой Греция должна 240 миллиардов евро. Разговор, который состоялся в греческой столице, прокомментировал министр финансов Греции Янис Варуфакис. Для Европы, для зоны евро, будет лучше заключить новое соглашение, которое станет результатом переговоров между всеми странами ЕС и будет учитывать интересы всей Европы в целом. Как считают в Афинах, внешние заимствования только засоряют экономику страны. На сегодня общий долг Греции достиг 320 миллиардов евро. Уже 16 февраля стороны сядут за стол переговоров на саммите Еврогруппы.